Всем привет! С вами Наталья Рукодельна, и сегодня я расскажу, как делать простую, но эффектную открытку к Новому году. Такую открытку можно делать с детьми, потому что это очень просто и интересно. Нужно для этого совсем немного: лист плотной бумаги, из которой будет сама открытка, лист цветной бумаги для колпака, вата, клей ПВА, ножницы, карандаш и на всякий случай ластик. Итак, приступим. Первым делом я сделала трафарет колпака. Это удобно, если будешь делать несколько открыток сразу. Потом трафарет приложила к цветной бумаге, обвела и вырезала. Бумагу для колпаков можно использовать различную, и металлизированную, и в полосочку. Самый шик, наверное, бархатную. У меня такой, к сожалению, не было. Разные колпаки можно нарезать заранее, чтобы с детьми приступить уже к самому интересному. Открытки лучше взять плотный лист. У меня был лист для рисования акварелью, он как раз нужной плотности. Размером он был А3, поэтому я его разрезала. Колпак приклеиваю на ПВА, прохожусь кисточкой, где это нужно, подклеиваю и даю чуть-чуть схватиться. Пока можно приклеивать и другие колпаки. Теперь осталось примерить вату. У меня вата нашлась такой длинной полосой, поэтому я решила внизу колпака ничего не менять и приклеить как есть, только подрезала немного. А из обычной ваты можно наклеить и несколько кусочков. На кончик колпака я скатала шарик. В общем, сделать это несложно, надо только постараться. А еще бывает, вата уже продается такими скатанными шариками. Ее использовать еще удобнее. В общем, тут уж как подскажет ваша фантазия. Всю вату, конечно же, сажаю на клей ПВА. В общем и целом, открытка готова. Внутри можно разлиновать карандашиком, чтобы ребенку было удобнее написать поздравление. Потом можно стереть полосочки, а можно и оставить. В принципе, можно открытку оставить и так, а можно при желании еще чем-нибудь украсить. У меня оказались различные украшения из фольги. Их можно наклеить снаружи открытки, можно ими украсить сам колпак, можно и там это сделать. Внутри тоже можно украсить. Если решите отдать этот процесс в руки деток, то лучше сначала приклейте украшалки, а потом уже вату. Иначе в процессе они могут вату испачкать или оторвать. Ну вот, собственно, и все. Хорошего всем настроения, ваша Наталья Рукодельная.